матч против «Луча» игроки «Спартака-2» прибыли утром, в день игры. До встречи оставалось всего несколько часов. Стартовый свисток прозвучал в 8 часов утра по московскому времени. Первые полчаса встречи не принесли дивидендов ни одной из команд. Сколыхнул игру пенальти, назначенный в ворота красно-белых. Акмурзин не успел за нападающим соперника и вынужден был сфалить. Пенальти четко реализовал Кутьин. Но радовались хозяева недолго. Уже через несколько минут спартаковцы провели вихревую атаку. Немеля подождал Маслова и покатил ему мяч на 11-метровую отметку. Удар нашего защитника собрал два рикошета. От ноги соперника и от штанги. 1-1. Это и счет после первого тайма, и количество ударов в створ ворот. Вторая половина встречи оказалась более результативной. Подопечные Булатова ударно провели пятиминутку, и это предопределило итог матча. Угловой с правого фланга пошел подавать Руденко. Мяч описал высокую дугу и нашел голову Маркетесова. Дмитрий неотразимо пробил в дальний угол. Такую красоту не решился портить даже голкипер. У 18-летнего Маркетесова это первый гол за «Спартак-2». Ждать третьего мяча пришлось недолго, каких-то 3 минуты. Никите Бакалюку понравилось забивать с дальних дистанций. Он уже так отличился в матче против Нижнего Новгорода. Пробил и в этот раз. Удар получился коварным. Вратарь отбил мяч перед собой, а Нибели был первым на добивании. 3-1. Луч еще пытался спасти игру. Давление на ворота Акмурзина было серьезным. И вратарь «Спартака-2» нередко выручал своих партнеров. Однако второго пропущенного гола москвичам избежать не удалось. Еще оставалось какое-то время, и дальневосточники были полны желания спасти игру. Но Руденко был против. Получив пас от Сиди Самбу, Александр мощно пробил метров с 18. Вратарь «Луча» оказался бессилен. «4-2. Болевая, результативная победа «Спартака-2».